хотят в Париж отправить. Бандеролью? На стажировку. Куриц своих офисных наповал бить. Так ты и так лучше их всех. А если я хочу большего? Чепуха. Никуда ты не поедешь. Собирайся быстрее, опоздаем. Все сдохнут. Бабы от злости, мужики от зависти. Поехали. Асадов не терпит опоздания. Я бы так ни за что не мой младшенький хочет на карте. Что с этим ребенком делать, я уже не знаю. Ну а ты уверен, что ему можно это дело доверить? Ты сам его видел? Уверен. Ты же знаешь, меня чуйка никогда не подводит. Все получится. Хотелось бы. Не уйдет. Вот он у нас где. Я прошу внимания, внимание, 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 дорогие друзья. Я вот смотрю на вас. И скажу вам без всякого там преувеличения, у меня душа поет. Потому что вы настоящие. Вы честные мужики. Я не сомневаюсь, бандиты будут сидеть в тюрьмах. Пью за вас. А я уже. Может, полегче? На виражах. Так юбилей же. У хорошего человека. Да у отличного человека. У отличного человека. Так интересно, сколько этот отличный человек денег отвалил за банкет? Нет. Ну ты что? Ну а что такое? Ну такая дата, ну. Может, все свои? Нет, правда, мне интересно, скажи. Откуда столько бабла? Ну тихо ты. Ну что это за человек такой, а? Тебе что, всегда нужно все испортить? Да.
осторожно. У нее муж из прокурорских. Да ладно, не дрейф ты, нормально все будет. Но сейчас же не 90-е. Витя, тебе нужно на это посмотреть. Сейчас. Я занят. Там твоя жена... Я перезвоню. Что ж ты натворишь-то, а? Я танцую. Что ты? На тебя смотрят все. Ты же этого хотел? Чтоб все сдохли от зависти. Да нет, не, я хочу танцевать. Успокоилась. Теперь слушай внимательно. Жена майора юстиции Виктора Арзауса всегда должна быть на высоте. Если еще раз всего, чтобы плакать. Я замужем. Доброе утро. Доброе. Вы Вероника Арзаус? Да. Доставка цветов. Это для вас. Из прокуратуры? Боже упаси. Верните обратно. Но... Все, спасибо большое. Угу. Полно. Лёшкин, ну прости. Вчера юбилей генерала был, ну, профестивалил слегка. Я все сделаю, не беспокойся. Да ты... Ладно, проехали. Так что с Парижем? Да ничего с Парижем. Никто уже никуда не едет. Муж не отпускает. Слушай, твой Арзаус – тиран. Да нет, просто... Просто он хочет, чтобы все, что ему принадлежит, было всегда при нем и все.
Ладно, бог с ним. Я побегу, ладно? Угу. Да, тут у меня минералка в холодильнике. На, помогает. Стильман, как же я тебя люблю. Барбара Станиславовна, оставь девочку в покое. Вась, не говори глупостей. Ну, я же вижу, что у тебя глаза сияют. Ну что-то же случилось. Мне предложили стажировку в Париже. Да ты что? Да. Ты это же здорово. Je ne peux vivre loin de toi. Париж, это же... Это вечный праздник, это уличные жонглеры, продавцы горячих каштанов, даже полицейские, там все источают любовь. Какой это город, а над городом звучит Жильбер, голос Жильбера, Жильбера Беко. Ой, Тося, иди к нам скорее, Тося! И надолго ты едешь? Да в том-то и дело, что я никуда не еду. Почему? Меня Виктор не отпустил. Что значит, он тебя не отпустил? Пусть своими подследственными командует. Это вопрос уже решенный. Тося, ну ты что? Представляешь, этот солдафон не пускает нашу Никушу в Париж. Может быть, ему грустно без меня? Ну, конечно, некому щи варить и носки стирать. Ой, да чем тебе Виктор плох? Он хам. И Ника для него лишь эффектное приложение к карьере. Слушай, а может тебе любовника завести? Господи, ты чему девочку учишь? Да жить на полную, прозябает там без любви, без страстей. Живет по уставу, шаг влево, шаг вправо, наряд вне очереди. Так, у меня все нормально. Ну, если так. Правильно, Никуша, не слушай ее. Она тебе сейчас насоветует. А Виктор у тебя видный мужчина и муж хороший. Вот, да, я вот блинчики приготовила. Спасибо, Тосенька. Ладно, пойду мужа кормить. А то после вчерашнего он меня слопает без сметанки. Подавится ты ему не по зубам. Жена мужу по сердцу должна быть. Ну, кто ж спорит, по сердцу. А у нашего мужа в голове очередное звание, а в душе служебное рвение. Девочка без Парижа остается. Париж, да Париж все. Вась, спасибо тебе большое. Так и не надела. Печально, но не удивлена. Для того, чтобы носить такие украшения, нужно иметь рядом соответствующего мужчину. А у тебя такого нет. Ладно. С Богом. С Богом. То есть, ну я же просила тебя большую вазу. Большую вазу. Сейчас я просила будет тебя. Большая ваза, не волнуйся. Только не нервничай. Сейчас будет большая ваза. Хорошо, что зашел на обед. Ладно, давай по-быстрому. О. Тося специально для тебя готовила. Главное, чтобы твоя Бася в них не плюнула. Неизвестно же, чего ее предыдущие мужья поняли. У тебя один криминал в голове. Он не в голове у меня, он вокруг. Так же с ума сойти можно. Вить. Что там
с отпуском. Я помню о море. Поедем? Когда? Ну, вот сейчас поймаю одного негодяя. И Осадов отпуск даст. Обещал. Угу. Ты знаешь, а он очень доволен вчерашним банкетом. Да? Угу. Я от него столько комплиментов в твой адрес никогда не слышал. Вить, подари мне цветы. По какому поводу? Просто. Чего, мужик? Да, Ника? Что? Вероника, зайдите ко мне, пожалуйста. О! Знакомьтесь, Кирилл Александрович. Это Вероника. Здрасте. Очень приятно, Вероника. Ну, у меня, собственно, все. Жду звонка. Да, конечно, конечно. Никусь, ты чё? Это кто? Филин. Кто? Кирилл Филин. Слышала такого? Нет. А должна была? Не обязательно, но зато, Никусечка, теперь ты это имя будешь слышать очень часто. С какой-то стати? Никось. Завтра к нему приезжает партнер из Парижа. Требуется переводчик. Гонорар заоблачный. А если я откажусь? Зачем? Лёва, кто он? Я серьезно. Бизнесмен, ресторатор. Ты Прованс знаешь? Да. Его. Никусь, Никусь, проснись! Да, а фильмы разные болтают. Поверь мне, мужик он нормальный. Витя, а ты ничего не слышал о Кирилле Филине? Ты откуда его знаешь? Да так, он просто сегодня к Лёвушке заходил. Ну, вот мне стало любопытно, кто он. Ну, а тебе знать не обязательно. Почему? Он что, бандит? Ну так, теоретически. А что ему нужно было от Штильмана? Понятия не имею. Ника. М? Ты о чем думаешь? А фамилии его? Смешная. Смешная. Да не очень. И все-таки. Зачем он приходил? Да я же тебе сказала, не знаю, что ты пристал. И Лёва тебе ничего не сказал? Это странно. Так, знаешь что? Хватит. Дернул же меня черт у тебя спросить. Держись от него подальше. Он опасен. Ты слышишь или нет?
Вы к нам или просто постоять под дверью? К вам. А мне назначена встреча с Кириллом Филиным. Конечно. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы кого-то ищете? Да. Меня. Меня она ищет. Егор. Доброе утро. Доброе. Вы здесь раньше не были? Нет. Мой муж говорит, что тут одни бандиты собираются. Ну, даже не знаю, что возразить вашему мужу. Хотите кофе? Лучше чай. Зеленый. Есть. С ромашкой, с жасмином, с липой. Просто чай. Черный. Без сахара. Хорошо. Спасибо. Прошу вас. Вы хорошо говорите по-французски? Достаточно хорошо. Еще знаю два языка. Прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. Завтра как раз приезжает мой партнер-винодел из Авиньона. А я по-французски только «Merci», «Pardon», «Cherche la femme». Понятно. Как обычно. А мне часто придется бывать здесь? Здесь это где? В ресторане. Вам что, не понравился чай? Я просто не хочу, чтобы меня здесь видели. К сожалению, придется идти на риск. Знаете, Вероника, я очень хорошо плачу за работу. Понятно. Что-нибудь еще? Все, мы договорились. Да? Я могу идти? Конечно. Всего доброго. До свидания. А по какому поводу были цветы? Неужели сегодня, чтобы подарить цветы красивой женщине, нужен повод? Значит так, закончу с твоим Филе, наберу неделю отгулов. Нет, две. Ну ты нахалка. Я? Ты хоть понимаешь, что я своим браком рискую, нет? Ну, да ладно. Я серьезно. Я даже боюсь представить, что со мной сделает Арзаус, если узнает. Большие деньги, Никося, достаются большим трудом. Ну, так что терпи. Да что ты говоришь? А я что, по-твоему, делаю? И Филин мне твой совсем не нравится. Вот хорошо, меньше проблем. А если он вздумает за тобой приударить, держи себя в руках. Что? В каком смысле держи себя в руках? Лев, ты сейчас сам-то хоть понял, что сказал, нет? Держи себя в руках, да? Ты что, серьезно считаешь, что мне может понравиться такой тип, как этот Филин? Да для этого надо быть сумасшедшей. Или женщиной. Алло. Ника, зачем вам деньги? Вы и так самая красивая девушка нашего города. Вот для этого они мне и нужны, чтобы оставаться самой красивой и дальше. Может, отказаться, пока не поздно? Ни за что. Может, нам с Арзаусом ребенка завести? Детей не заводят. Их Господь посылает в награду за любовь. Ой, Вась, не начинай. Никуся, у тебя новая работа?
У нее новый мужчина. Ника. Точно, она же выдумывает. Я никогда не выдумываю. Ника, ты сошла с ума. Ой, да ну вас. Привет. Так хорошо, что ты пришел. Что-то случилось? Нет. Просто. Просто скучно без тебя. Понятно. Тогда что же всех бандитов переловишь? Ну, всех-то вряд ли. Но вот одного мерзавца вот-вот засажу за решетку. Дело на контроле самого прокурора области. А как же отпуск? Слушай, ну что ты опять отпуск? Заладила, честное слово. Будет тебе отпуск? Ну, просто очень на море хочется. Ну что ты со своим морем? Я скоро казино подпольное накрою. Прямо во время большой игры. Ты понимаешь? А где это у нас такое есть? Дай мне чаю, что ли. Доброе утро. Доброе. С вами все хорошо? Да, все отлично. Гена, включи музыку погромче. Это в честь заморского гостя? Нет. Просто нравится. Кстати, о гости. Знаете, Ника, Мишель человек весьма своеобразный, поэтому постарайтесь быть с ним, ну, полаской. Что? Просто, Ника, вы стараетесь быть слишком сдержанным, слишком серьезным. Боюсь, как бы рядом с вами не замерз. Кирилл Александрович, если я не улыбаюсь вам, то это еще не значит, что я холодна. Правда? А что это значит? Это значит, что вы мне не нравитесь. И улыбаться вам я не обязан. Вы же не за это мне платите. Нет. Ника, вы очень красивый, но... Но не настолько глупа, как вам бы хотелось. Я этого не говорил. Ну, подумаю. Почему вы решили открыть свой ресторан? Ну, это выгодный бизнес. Да? Никогда бы не подумал. Это же столько проблем. Ну, там, пожарная, санэпидемстанция, персонал, который надо обучать. Нет? Любой бизнес начинается с этого. Ну, да. У меня мама работала поваром в заводской столовой. Я, когда маленький был, часто к ней приходил. Мне компот наливали сухофруктами. И давали теплые булочки. Ржаные с изюмом.
Ну, помните такие? Их называли... Жулики? Жулики. А вот я ел эти булочки. Ел один. Жулик. Смотрел, как мама с подругами столы чистит. Мне так захотелось чистых накрахмаленных скатертей, красивых фарфоровых тарелок. Сколько вам тогда лет было? 10. 10? Ничего себе. Какие мечты 10-летнего мальчика. Ну, а вы о чем мечтали в 10 лет? Я? Я мечтала увидеть море. Мне бабушка подарила такую вещь. Кораблик в бутылке с надписью «Привет с Черного моря». И мама мне пообещала, что если я закончу 3-й класс на отлично, то мы поедем на море. Вот. Ну как? Удалось закончить на отлично? Да. Да. Только мама вышла замуж и поехала на море без меня. А я прорыдала целый месяц в подушку. И вот тогда я решила, что когда я вырасту, я обязательно открою свою фирму, где будут помогать детям ездить на море. Но не получилось. Здравствуйте. Да, Катюна. Да, мой хороший. Не волнуйся, я приеду и все сделаю. И все будет хорошо. Давай. Я тебя люблю. Целую. Дуйски вызовем мадемуазель. Мадам. Мадам. Дуйски вызовем мадам, тель бель прононсиашн. Я лонтам, вы забите в Париж? О, нет. Не жаме été. Тель жур, жекуте Эдит Пиаф. Ан жур, я суи томбе сур умне кассет видео, авек ле фильм «Вир фузи», авек Филипп Нуаре. Ан с интродукцион. И я фезе ле гримаса, ан репитан на Одуа. Браво. Véronique. Tu as un prénom terrible, terriblement bon, mais terriblement compliqué. Je disais, vous pouvez m'appeler Nika. Nika. Mm-hmm. La déesse des victoires. Je ne prétends pas. Tu fais la coquette, oui? Même pas commencé. Ну, что ты ему сказала? Что? Ну, то, что ты замужем. А мы уже на «ты». Да. Или ты плевку? Ки? Ну, наглая бабенка. Не переживай, Гена. Все будет нормально. Ника, что ты вчера делала в Провансе? Работала. Я же запретил тебе посещать этот притон. Я не могу решать за клиента, где ему обедать. Он захотел в Провансе. Кстати, ни одного бандита я там не заметила. Хватит того, что хозяин этого бардака – бандит. Это тебе твои дружки настучали? Мои друзья не стучат. Они докладывают оперативную информацию. Алёшке твоему я башку оторву! Неужели он не понимает, что жена майора юстиции не имеет права посещать такие заведения? Не имеет! Витя, да он-то тут при чём? Ты себя вообще слышишь? Я этому французу город показывала, он вывеску увидел, захотел зайти пообедать. Всё!
А ему после обеда не предлагали посетить казино? Какое казино? Подпольное, которое там находится. Ничего нам там не предлагали. Что вообще за ерунда? Мишель серьезный бизнесмен. Чтобы там не докладывали твои дружки. Слушай, не хами. Мои друзья честные люди. Да. Честные. Честные? И они добросовестно исполняют свою работу. Честные? Да. Да? Тогда, может быть, ты мне объяснишь, на какие шиши они себе такие банкеты закатывают? Да не смей! А то что? Здравствуйте. Добрый день, Ника. Для игры в сыщиков-разбойников вы выбрали не самое удачное время и место. Но это же вы захотели со мной встретиться. Я договорился с вами о встрече для того, чтобы расплатиться за работу. Не хотелось сделать это за прощальным ужином с Мишелем. Знаете, Кирилл, я не смогу больше появляться в ресторане. Коллеги мужа меня там видели, и теперь неприятности дома. Но это ваши проблемы. А мне обязательно быть на этом вечере? Как хотите. Хотя я думаю, что Мишель расстроится, если вас не будет. Но я думаю, я смогу ему объяснить. Левушкин, расскажи, пожалуйста, откуда ты знаешь Филина? Да мы в одном дворе вырос. Спасибо. Ну, и что дальше? Да ничего. Это я должен спросить, и что? Левушка, расскажи мне о нем, пожалуйста. А что рассказывать? Учился, женился, развелся. Знаешь, Ник, он очень талантливый. Он же университет с красным дипломом закончил. Физфак. Должен был ехать в Бельгию по обмену. Если ты мне сейчас скажешь, что он французский знает. Ну, знает. Я тебя задушу. Да, у него еще несколько авторских свидетельств было. А в 90-е все рухнуло, и наука тоже. И вот тогда Филин занялся бизнесом. Да, у него все сложилось. Чем конкретно занимался, не знаю, но уверен, что ничего противозаконного. Да, да, конечно. Ты на что намекаешь? На что? Да Кирюха на отличный мужик. Знаешь, скольким нашим помог на ноги стать? Кстати, бюро переводов – его идея. И деньги на раскрутку он мне дал. А еще? Спасибо, Левушка. Я уже услышала все, что мне было нужно. Я побегу. Вот это да. Ну? И как его зовут? Кого? Ну, того, в кого ты влюбилась. Батюшки Светы, да что тебе не имется, старая сводь? Антонина, вы забываетесь. Бась, я же тебе много раз говорила. Это просто ужин с Мишелем в ресторане, прощальный. Просто? Ну, это все не просто, потому что я тебя такой никогда не видела. Ты вся светишься изнутри. Кто он? Мася, я замужем. Замужем. Сколько ни говори, халва во рту слаще не станет. Никусе, а ты что, вот это так прямо с голыми плечами в ресторан? А может быть, вот какую косыночку, так чтобы красивее? Прям так, с голыми плечами в ресторан. И, кстати, мне нужно, чтобы вы меня... Не беспокойся, мы с Антониной прикроем тебя перед твоим милиционером. Прикроем. Мерси.
Это Мари? Или же он перманус у Клара? Je ne donne pas un prétexte. Ah bon? Une bonne femme, c'est déjà un prétexte. Ça m'a fait du plaisir. D'écouter ça de ta part. Ne joue pas avec le feu. La destinica. Убери его отсюда. J'ai l'urgence. Excuse-moi de te laisser. Vraiment désolé. Значит, смотри, я послезавтра вернусь, еще раз проверим легенду и там дня через два назначим операцию. Если бы ты знал, Игорек, как я хочу закрыть этого гада. Я даже с женой в постели об этом думал. Ты представляешь, доработался. Считаешь, что все получится? У нас нет другого выхода. Утечка информации исключена? Абсолютно. Я ж тебе говорил, не дрейф. Давай. Пока. Я не знала, что так бывает. Я вызову тебе такси. Thank you.
Ника. С тобой все в порядке? Да, что? Ты так смотришь на яичницу, что кусок в горло не лезет. Прости. А-а-а. Так лучше. То сидишь какая-то бледная. Как будто ночь с вампиром провела. А я тебя как одну такую оставлю? Почему одну? Уезжаю. Куда? В командировку. Когда? Сейчас. Нет, Витя, пожалуйста. Пожалуйста, не уезжай. Пожалуйста. Нет. Я не хочу оставаться одна. Нет. Не уезжай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Да что за детский сад? У меня дело важнейшее. Подожди, Ник. Ну, послушай. Я сейчас съезжу, подготовлю очень важную операцию. Вернусь, возьму одну сволочь и поедем на море. Хорошо. Вот. Я пошел. Пока. Почему тебя нет на рабочем месте? Да пошел ты к черту. Ну дай мне, наконец, отдохнуть. Ненормально? Как будто бы я не устал. Добрый день, Ника. Извините. Но у нас ресторан закрывается на спецобслуживание. Но если вы хотите, то я могу спросить разрешение у Геннадия Петровича. А, нет, спасибо. Не стоит.
Никуся, Никусь, я тебе мелиссу запарила, метку добавила. Попей. Спасибо. Я так понимаю, что это крах. Какой еще крах? Да полный. Это истерика в цветовой гамме. Как еще ее можно расценивать? Плохо. Девочка. Девочка, Миша, не кушай, не плачь. Не плачь, солнышко, не плачь. Ты же должен был завтра вернуться. Я приготовлю тебе что-нибудь. Ничего не нужно. Я убегаю. Куда? Ха-ха. Сегодня мой день. Ой! Так. Что-то случилось? Я полгода ждал этого момента. Полгода пахал. И сегодня я его возьму. Никуда не денется. Кого? Филина! Все. Кончился криминальный бизнесмен. Кирилл Филин. У него сегодня в подпольном казино большая игра. Мой человек организовал. Понимаешь? Я думаю, в ближайшие 10 лет Филин будет лес валить. Ничего. Я всю эту жирующую мразь выведу на чистую воду. Яхты, лимузины, казино, стрип-клубы. Нормальному человеку уже невозможно дышать. Ну ничего, победа будет за нами. Так, смотри, часы встали. Встали. Ну ладно, потом разберусь. Ну все, желай мне удачи. Алло, Гена, это Вероника. Слышь. Я не могу дозвониться до Филина. И что? Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Сегодня у вас в ресторане будет облава. Ты с ума сошла? У вас в казино сегодня большая игра, и в прокуратуре об этом знают. Они хотят взять вас с поличным. Слышишь, что за хрень ты несешь? Гена, это не хрень! Делайте ставки, господа. Ставки сделаны. Ставок больше нет.
Добрый день. Добрый. Заказное письмо для Виктора Раззауса. А, спасибо, я передам. Минутку. Распишитесь. Здесь? Да. Спасибо. До свидания. Спасибо. Что-то случилось, господин Розаус? Вот санкция прокурора города на обыск данного заведения. Всем оставаться на своих местах! Руки за голову! Не двигаться! Господин Розаус, вы пришли поздравить меня с помолвкой? Очень тронут таким вниманием. Присоединяйтесь, господин Арзаус. Это чтобы вы поняли, Игорь Михайлович, что ябедничать нехорошо. Давай обратно в Прованс. Это я. Что происходит? Ты меня спрашиваешь? Фуршет! Филин помолвку справляет! Узнаю, кто сдал. Лично ноги сломаю. Ника? Спасибо тебе. Не за что. Пусти меня. Пусти меня! Чудовище. Наверное. Ты бросил невесту прямо в день помолвки. Ладно. Помолвка была приурочена исключительно к приезду прокуратуры. Это был спектакль. Для них. Ника, ты хоть понимаешь, что ты натворила? Я люблю тебя.
Здрасте. Здрасте. Арюшка уже умчался? Кто? Кирилл. Я Василиса. Вася, он бы мне не рассказывал? Нет. Странно. Ты не переживай, я его дочка. Дочка? Ну, не совсем. В общем, дочка его жены. Жены? Бывшей. Понятно. А, я Ника. Ясно. Ты выходишь за него замуж? Нет. В смысле, почему? С чего ты взяла? Ну, просто ты первая, кого он сюда привел. Ты есть хочешь? Угу. Рюшку я люблю. У нас не взаимопонимание. Он тебя, наверное, балует? Нет. Он меня любит. Это красивая. Это комплимент? Или подмазываешься на всякий случай? Подмазываюсь. Оп, отфартила Рюшке. Ты так считаешь? Но ты ведь замужем? Что, все так фигово? Фигове некуда. Родился тост за проваленную операцию, за несостоявшегося подполковника юстиции. За любовь. Сучка похотливая! Загубила. Все. Дрянь. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Никто не знает, да? Дрянь. А не получилось. Кирилл, может, займемся наконец делами? Ника, возьми трубку. Хватит. Дело сделано, все получилось. Забудь о ней. Что сделано? Что получилось? Ну ты даешь, старик. Я уже фотки Рзаусу отправил. Вчера еще доставили. Зачем, идиот? Я что, просил об этом? Я не давал команды их отправлять. Это ты, идиот. Говорю же, забудь о ней. Эта женщина стала самым важным в моей жизни. Она прокурорская жена.
Ты накличешь на нас новую беду. Еле выпутались из одной передряги. Ой, что вообще? Не скули. Ну как не же? Не скули, не на поминках. Как же? Не кушай. Никочка. Это Арзаус, да? Я сейчас пойду в полицию, напишу заявление, пусть приедут, снимут побои. Следователь прокуратуры. Этому мерзавцу место в тюрьме. Пожалуйста, не надо. Я сама виновата. Да виновата, не виновата. Никто ему права не давал руки распускать. Я дала. Тусенька, пожалуйста, что? Я хочу побыть одна. Открыл на меня сезон охоты. Я даже не мог предположить тогда такое. Ведь война, а на войне все методы хороши. Подонок. Да на мою голову свалилось то, чего не должно было произойти. Со мной, во всяком случае. Я себе давно уже запретил. Любить запретил. Ника, я боролся. Но проиграл. Вчистую. Убирайтесь. Я люблю тебя. Операция провальна. Они дело хотят закрыть. А что сделаешь? В принципе, у нас ничего на них нет. Ну что, нашел, о ком отыграться, а? Прокурор, блюститель закона. Да последний бандит бы так не поступил! На женщину руку поднял! Она предала меня.
хуже, чем нож в спину. Отпустите его. Пустите его! Она не женщина. Она тварь. Давай, надевай браслеты мои. У тебя наконец-то появился стопроцентный повод арестовать меня, да? Я личное со служебным не смешиваю. Но я посажу тебя все равно. Есть за что. Алло. Никуша? Ну, слава богу, как ты? Нормально. Никуша, Бася сегодня с утра была в прокуратуре. Хотела увидеть твоего этого. А там ей сказали, что Арзаус на больничном. Ночью на него напали и сильно избили. Никуша, ты слышишь? Тось, я перезвоню тебе, ладно? Хорошо, моя родная, отдыхай. Тут такое дело. Ника, ты же знаешь, я бы сам к тебе не пришел. Ну, вот и уходи. Филина арестовали. Пьяный на машине гонял по городу. Мы правильно сделали. Но его нигде нет. Пропал, исчез. Никто ничего не знает. Мне это все неинтересно. Ника, его машина на штрафплощадке. Туда что угодно могут засунуть. Наркоту, оружие. И засадят. Тем более после позавчерашнего облома. А я тут при чем? Уверен, что без Арзауса здесь не обошлось. Ведь все из-за тебя. Филин был нормальным мужиком раньше. Светлая голова, к чему не прикоснется, всюду фарт. А как ты появилась? Ну, теперь понятно. Что? Что ты так переживаешь? Боишься без кормушки остаться? Дура ты. Он друг мне. И я за него. Надо узнать, где он, вытащить его, иначе ему конец. Ника, эти фотки – моя идея. Нам хоть что-то нужно было иметь против Арзауса, чтобы нейтрализовать его. Ника, послушай, я думаю, Филин… Специально. Весь этот фестиваль придумал. Ну, чтобы его засадили, чтобы его уничтожили, закопали навсегда. Филин преступник. Он содержал подпольное казино и должен быть наказан.
Так какая разница, за что его задержали? Господи, ну какие бабы все дуры! То звонит, чтобы спасти его, теперь спасать не хочет! Ты что думаешь? Его засадить хотят за то, что он закон нарушил сейчас. У него бизнес отобрать хотят, а он сопротивляется. Чушь. Чушь? Да эти законники хреновы. Сами не прочь были за сукном посидеть, нервы пощекотать. Ты знаешь, какие суммы прокурорские на кон ставили? А потом им указание сверху. Закрыть Филина. Вот они испугались до смерти, что он расколется и их за собой потянет. Это же Осадов. А это? Зампрокурора области. А это начальник таможни. Так вот оно что. Сделай мне кофе. Что? Кофе сделай, пожалуйста. Сможешь? Да какого черта? По закону. Вот где и какой закон для Фили написан, а? Ну скажи, в какое КПЗ нам его вести? Он же опять вывернется. Чего орешь-то? А того ведь, чтобы ты принципиальность свою затолкал, сам знаешь куда. Это же еще счастье, что эти ГИБДДшники в курсах оказались и сообразили нам позвонить. Вить, да все же нормально складывается. Нет. Блин, Витя. Да ты же его до смерти ловить будешь. А он в это время на яхтах вискарь потягивает, да с чужими бабами развлекаться. Слушай, если ты не заткнешься, то что будет? Так, все, брек, брек. Через 2 часа здесь будут областные. Зампрокурора лично распорядился доставить господина Филина к нему. И что он ему предъявит? Вождение в нетрезвом виде? А это уже не твоя забота. Мы-то свое сделали. Ну а дальше, извините. Готово! Алло? Алло, Свет, привет. Это Ника. А, привет, это ты. Да, скажи, пожалуйста, моего у вас нет? А то никак найти не могу. Они с Мишкой к нам на дачу укатили, мозговой штурм устраивать. Вроде бы поймали кого-то. Не знаешь, кого ловили? Нет. Ладно, спасибо, пока. Пока. Поехали. За город прокатимся. Я с тобой пойду. Сама справлюсь. Если что, кричи. Ген, они прокурорские, они маньяки. Жди здесь. Пить с чувством выполненного долга, это довожу я вам. Всем привет. Что празднуем? А ты откуда взялась? Чего тебе здесь надо? А ты не знаешь. И ты не знаешь. Но вы, конечно, тоже не знаете. Ник, тебе лучше уехать. Я уеду. Только после того, как Филин окажется на свободе. Любовничка потеряла? Какое горе. Так вот кто нас сдал. Заткнись.
Ник, не испытывай судьбу. Уходи. А Филин сядет. Надолго. Но тогда он сядет не один. На открытии центра детского туризма и путешествий. Правда ли, что вы распродали весь свой бизнес ради этого проекта? Правда, правда. И ничего, кроме правды. Но ресторан «Прованс» по-прежнему принадлежит вам. Люблю вкусно поесть. Пожалуйста, что это все значит? Что за тайна мадридского двора? В чем дело? Терпение, дамы, главное терпение. Стильман, я тебя когда-нибудь задушу. Симон Шарамета, вы в Париже криминальным духом пропитались? Знал бы, не отпустил тебя так надолго. А видишь ли, благими намерениями... Привет! Привет! Привет. Мы с Рюшей чуть с ума не сошли, когда ты пропала. Хоть Левушка успокоен, мчалась в Париж. Кто мог подумать, что на целый год? Эй, Ник, ты меня слышишь? Простите. Попрошу внимания. Я хочу поблагодарить своих друзей, и старых, и новых, за помощь
оказанную в осуществлении этого проекта. Как хорошо, когда у человека есть мечта. Но, увы, не всегда находится возможность ее осуществить. Но иногда судьба преподносит нам подарок. А сейчас я хотел бы познакомить вас с автором идеи нашего центра. Здравствуйте, Вероника. Хотелось бы услышать от вас пару слов. Спасибо всем. И поздравляю. Ты больше ничего не хочешь мне сказать? А ты? Прости меня. Наконец, мужчина, рядом с которым Никуша сможет носить наши фамильные драгоценности. Да.